Сегодня ты будешь есть только здоровую пищу. Отвезешь дочку в сад, потом сразу поедешь на балет. Сегодня отличный день. Детка, кофе. Буду есть только здоровую пищу. 3 больших чизбургера, 3 больших картошки, коктейль. Спасибо. Отвезешь дочку. Мама! Сразу поедешь на балет. Закрыли? Сегодня отличный день. Профессора Рубина увольнили. Нам нужны деньги. Люблю тебя, что бы ни случилось. Что, плохое предчувствие? Нет. И ты доверилась этому придурку? Сегодня отличный день. Шейла, слышала, ты жутко поверхностная. Хватит! Ты чего? Простите. Ну что, вы готовы? Она видит, какая-то развалина. Вообще-то, сейчас уже намного лучше. Ты куда? Туда. Я занимаюсь аэробикой. Попробуй, может понравится. Одно занятие, и ты почувствуешь, как снова становишься самой собой. Сколько мы сможем жить на сбережения? Нам надо что-то делать. Не нам, а тебе. Не думала взять второго инструктора? Облажаешься, вылетишь отсюда. Мерзость белобрысая. Направо! Простите, у вас налево. Я не успеваю. Не могу. Я хорошо тебя понимаю. Можем заниматься дома. Научу тебя движениям. Есть маленький шанс, что у нас получится. Удар! 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 Ты не знаешь, на что я способна. Ты построишь что-то надежное. И только твое. Это что за хрень? И никто это не отнимет. Зря недооцениваешь. Сделай там всех.